Добрый день. Добрый день. Куда направляемся? В отделение. Что там? Да хотим передать детям лекарства, которые находятся в реанимации, и ультрафиолетовую лампу для того, чтобы убивала бактерии. И вам кто-то позвонил, что-то просили? Да, позвонил главврач и обратился к помощи к родному месту о том, что если мы можем, мы обычно помогали всегда в детской больнице, что мы передали им лекарства. То есть это родное место, да? Да. Максим, улыбайтесь. Вы делаете хорошее. Спасибо большое. Можно я с вами зайду? Конечно, пойдемте. С удовольствием. Спасибо. Мы обещали привезти синюю лампу, мы сделаем синюю лампу. Хорошо, так. А там сертификаты или это потом уже? Там есть, там паспорт, да, и все не указано. Все полностью указано. Тут находится сертификат, если надо на этом. Хорошо, хорошо. Есть лица, которые установят ее, правильно? Конечно, да. Ну, мы же вызовем, сначала закажем же монтажную, там, чтобы нам же лампы не сделали, потом монтаж. Это все есть, это лекарства просили, антибиотики, которые для реанимации. Да, да, сейчас, уже ждут, сейчас я отнесу. Лекарства уже ждут, да? Занесем. Это важно, да, это сейчас очень нужно, я правильно понимаю? Ну, конечно, да, сейчас ребенок тяжелый и ждут это лекарства. Ну что, спасибо ребятам, да, из видного места. Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам за то, что встретили, за то, что приняли. Все, я желаю, чтобы дети, конечно, выздоровели, это самое главное, да, это святое. Спасибо, успехов, до свидания. До свидания. Спасибо.